Всем привет! Эта клиентка пришла ко мне с запросом подогнать свои волосы под наращенные, потому что не хотела ходить в темном цвете и купила осознанно более светлые волосы для наращивания. При этом окрашивание с осветлением девушка делала буквально неделю назад. Задача была ясна, и мне понятно, как это сделать осторожно. Я работала над корнями в технике AirTouch на 6% и кончики 1.5+3% оксида. Тонирование было на краске Кёна и Matrix. Посмотрите, какой получился ровный цвет. И теперь свои волосы никак не отличаются от наращенных. Коррекцию с наращенными волосами девушка будет делать через 3 месяца. Как раз и время окрашивания также подойдет.